Пожары из-за холодных батарей – новая реальность Севастополя. Из-за того, что люди пытаются самостоятельно обогреться электрическими приборами, проводки домов не выдерживают. В лучшем случае выбивают пробки, в худшем – приходится тушить пожар. Затопили, трогаю, обрадовалась, думаю, наверное, тепленькая чуть-чуть батарея. На вечер вообще ледяная, вот можете попробовать. Сейчас около 40 домов отопление не получило вообще. Также почти на каждой улице есть проблемные строения, которые только наполовину могут обогреть тех, кто живет внутри. Отключена наружная теплотрасса по улице Горпищенко, от которой получает тепло 15 жилых домов. Срок устранения аварийной ситуации сегодня. По СГС Плюс на 2-11 работает 12 ЦТП, не работает 1 ЦТП, от которого получает тепло 8 жилых домов по причине неподачи электроэнергии от ЧП тяги. Данные вопросы решаются управляющими компаниями в оперативном режиме. Данная ситуация находится на контроле у департамента городского хозяйства. Однако, несмотря на оптимистические заявления оккупационных властей, за неделю, согласно официальной статистике, на горячие линии поступило более 3000 жалоб о холодных батареях. И это только те, кто еще надеется получить тепло в квартиры.